Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Сундук, Скромник, Сок Яблочный, как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, скажите классные слова. Всем привет! Привет! Всем привет! Привет. Карта у нас FNAF 2. Обычно мы записываем четвером, но сегодня я решил записать восьмером. И мы будем делать такую вещь, что один подписчик будет нажимать кнопки, к нам будут приходить разные аниматроники, а мы должны выжить. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, вы готовы? Да. Да. Зрители готовы? Готовы. Да, готов. Все засали, Димас. Сразу начали суетиться. Димас, можно оружие заказать? Конечно, нет. Я не засал. Мангл. Уходите, уходите. Так. Карта маленькая, но очень много. Но надеюсь, вам понравится. Вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. И записываем очень классные режимы. Ну и всегда, как кто-то мне дубинка по башке даст. Ладно. Так, давайте, пацаны, обход. Час уже вроде бы как прошел, виртуальный. Давай. Музычка такая нагнетающая, но мы идем. Мы идем и никого не боимся. Тут эрорка, это очень странно. Видно, на какой-то мод не подписался. Я бы очень носок, давай, нажимай. Так, пацаны, идемте. Да я просто так включил еще кнопки, чтобы нам было более сложнее. Так, идем. Тут что у нас? Собакса, проходи, не ссы. Ого, тут движ у нас. Вы слышите этот звук? Приятненько, надо прятаться все. Не, не бойся. Не бойся. А ну, тут подойди. Эндер... Она ничего не делает, она просто конченые звуки. Ух ты. Да. Если честно, я дернулся. Она бежит в комнату охранника. Я сюда зашел вовнутрь и стою здесь, не двигаюсь. Быстрее уходим, пацаны. Ой, в дверь. Мигает что-то. А? А не, ничего, у меня тут что-то мигает. А, цвет что ли? Ну все, прошло уже. Пусти. А в каких-то определенных моментах. Ай. Так. Ох, да, а, так подожди, мы живые. А, мы же когда в этой комнате, мы просто скримеры ловим. Мы будем оставаться всегда живыми. Там чиком. Так, нормально. Я, кстати, еще ни разу не умер. И это очень хорошо. Ой, Мангл! Вау. Ой, Скромник, ну что ж ты? Сейчас кому еще придет? Я пошел обход. Возьму монтировочку. Давай, пошел обход делай, а я камеры поклацаю. Я в вентиляцию. Боня, вентилятор. Никого нету. Так, Бонька стоит. Так, Чика ушла. Очень странно, что у меня рорки все подписано. О, я вижу, пропал кто-то. Опа, смех Балун Боя. Кыш. Да нет! Стоит. Так, вечно на эту комнату попадаю, если я промахиваюсь. А чё, но звук идет, а никто нас не мочит. Я пошел. Так, балунбой. Вентиляция там была. Это балунбой. Пацаны, кто же умер? Я умер. Не раз. Я ни разу еще. Это челлендж. Я нормально продержался. Но чувствую, я зря это сказал. Я больше на том. Ой, кнопка. Ой, красава. Сам себя погубило. Ой, Чика, тут Чика. Аниматроники против тебя даже сегодня. Но они, видно, моча, даже если ты там стоишь наверху. Да. Так, а я могу яблочный дверь удалить? Яблочный сок, давай еще. Еще хочу. Ты сможешь, яблочный сок. Тут сразу трое. А как нам пройти там? Ого. Пацаны. Сразу трое? Я иду смотреть. Да. Пацаны, смотрите, сыкайте. Ой-ё. Ай. Все, все-таки я умер. Баг проявишь. Эй, я живой! Отлично, я стоял буквально несколько сантиметров до той линии, где умираешь. Меня красавчик затащил. Куча звуков, миллион штук нала. Эй! Ой, извини! Обстоятельства, хедшот! Ты вообще не хотел тебя убивать? Я хотел рядом стрелять. Я не знаю! Балунбой какой-то стрёмный, ребята, сегодня. Это криво, он стоит? Ладно. Поправляй Мангл его. Пришла. Маринетка. Да. Смотрит на нас. Нифига себе. Они как-то жестко просто нападают. Получается, мы нажали две кнопки, и он еще вверху нажимает. У нас этот 30-я ночь. 33-я. Понятно, это 6-я. Так, ты дубинкой своей не махай. 48-я. Хорошо, давайте мы сделаем по-другому. Мы обнулим карту. И сок яблочный сможет брать аниматроников и так к нам приходить. Запил паки. Погнали. Давай, живой аниматроник всегда лучше. Давай прям в этом, главная комната, где эти он стоят. Уже ставит. Давай, лупаш.
Вон он! Ой, ё... Вы слышите этот звук классный? Кто-то орёт. Да-да-да. Так-так-так, смотрим, смотрим. Получается, ему дали лампочку, но без лампочки лучше, антураж не так. Господи. Пацаны, аккуратно, здесь мина лежит. Он идет! Ах ты ж лоб! Не, ну так лучше, да, пацаны? Когда он пришел и просто всех нагнул, всех. Как говорится, большой семье... А нет, это не та поговорка. Короче, надо быть внимательным. Заходим сюда. Так, давайте ловушек накидаем еще ему туда. О, я знаю, я возьму монетку. Пацаны, у меня монетка, будьте осторожны. Если я буду гасить, я гашу всех. Стреляю. У меня помехи. Ой. Ой-ой-ой. Нормально? Ну. Да блин! Ты задрала! Это? Бери аниматроника, который не на расстоянии бьет. Нет, я прям подошел к вам. А, ну в принципе, да. Просто я этот проиграл. Хочется выигрывать сюда. Тут такой жесткий аниматроник у нас сегодня. Пацаны, давайте берем. Можно любое оружие брать, кроме такого взрывоопасного. О, у нас же есть классный мод. Сейчас, ребята, я вам покажу. А ну иди сюда. Так, пацаны, вы мне мешаете, вы просто мешаете. Есть! Отличный пекаль. Так, перегораждайте мне путь. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то звуки стрёмные. Пацаны, давайте осторожно. Это опасный аниматроник, он может убить любого. Ай, ну вот так. Вот это было жестко. Иди сюда, слышишь ты? Простреливаем, простреливаем все. Давайте огонь! Ой-ой-ой! Это было мощно. Что там, бомба взорвалась? Эй! Да блин, как это не попадаю я им? Я теперь понял, почему вы вчера не смогли меня убивать с первого раза. Сложновато. Ну что, давай. Я готов. Не подпустим видим. Никого. Не подходи туда, то я тебя убью. Стреляйте, стреляйте, не подпускайте его. Не без смерти. Да нет, у тебя так кажется. Ой-ой-ой. Есть, я убил его. Он смертный, даже этот самый мощный аниматроник. Все равно нагибается этим мощным оружием. Так, надо немножко сделать отступление. Потому что пацаны очень сильно мочат. Буду атаковать. Так, так, подходим сюда. Выключим фонарь. Нет, плохо видно. Ой-ой-ой, красава! Так, иду. Да что ж такое? Пацаны, я иду мстить за вас. Ого. А ты что там взрываешь такое мощное? Я тоже хочу с тобой. Так, главное попасть. Четко попасть в голову. Давайте фокус. Так, я иду. Димас, где? Да что ж вы мочитесь? Да почему так сложно попасть? Мочите его! Вот это там взрывы. Мега эпичные. Давай как всегда сделаем эпический взрыв. У меня есть одна идея. А, давай. О, господи. Ну, нормальный взрыв? Очень сильно. Давайте. А что не получается возродиться? Я друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, погодите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.